Ну, мальчикам немножко попроще, да, и мне кажется, сразу в полтора дешевле. Обязательно. И ресницы, и ногти, и прическу, и платье, и туфли на каблуках. Девочки, они затратнее, чем мальчики. Девочки, около 30. Ну, в среднем, если для мальчика, да? В среднем, ну, это около 10-15. Так. А банкет? Банкет еще. У нас там отдельно на человека складывается. Ну, в пределах, наверное, 3-4. Деньги. Нужно желание родителей и девочки. Не знаю, порядка 20, наверное. 1022, так, в среднем. Ну, это вот банкет, фотограф, книга с фотографиями, соответственно, кто будет вести.